В декабре состоялся финал конкурса «Педагог года». Его победителем стала учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея Яна Родионова. Здесь она работает с 2013 года, а начинала свою преподавательскую деятельность в Брянске, откуда родом. О профессии учителя Яна задумывалась еще в раннем детстве. Самой любимой моей игрой это была именно игра в школу, где я с таким интересом ставила оценки, учила там своих игрушки, своих подружек даже потом в дальнейшем. Вот. И я все-таки думаю, что это какой-то отпечаток наложило на то, что я теперь работаю в школе. Наверное, именно поэтому ей больше всего хотелось работать с детьми, обучать их и заниматься воспитанием. Кроме того, Яна ведет активную общественную жизнь. И когда в прошлом году подошло время выбирать кандидатуру для конкурса, выбор пал именно на нее. У Яны получается все очень легко и быстро в плане сориентироваться в обстановке. Решить что-то, какую-то задачу нестандартную легко. Потому что человек, участвующий в конкурсе, должен решать нестандартные задачи. Все идеи для конкурсных номеров исходили от самой Яны. К выступлению готовилась целая команда единомышленников. Это коллеги-учителя, лицеисты и их родители. Благодаря команде лицея, благодаря моим коллегам, безграничное им просто огромнейшее спасибо, потому что без них ничего бы не получилось. Они мне оказали колоссальную поддержку, за что я им безумно благодарна. Яна Родионова, работая в лицее, уже выпустила один класс. С нынешними учениками она также быстро нашла общий язык. Дети ее любят и внимательно слушают на уроках, с интересом впитывая новые знания. Пока ребята еще совсем маленькие и немного теряются перед камерой, но все же несколько слов о своей первой учительнице сказать смогли. Красивая, добрая, хорошая. Очень объясняет хорошо. Просто нравится. По словам Яны, после своего первого выпуска ее преподавательские навыки вошли в систему и работать стало еще интереснее. Впереди у нее участие в региональном конкурсе «Педагог года», подготовка к которому начинается уже сейчас. Пожелаем ей удачи. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.